Почетных гостей встретили в лучших традициях. Валентину Матвиенко, по чьей инициативе и был создан форум регионов, здесь явно ждали. Спикеру Совета Федерации то и дело предлагали подарки. Она скромно отказывалась, но лично оценила вкус белорусских продуктов. Сегодня в гостинице нашей говорят, что белорусский. В нашем, да, это надо. Такой вкусный. Просто не надо, на рынке даже не бывает. Где быстрее белорусская? Вкуснота, правда, честно говорю. Невозможно оторваться. Ну, недавно выпустили детскую серию, вот тоже творожки такие же. Спасибо большое. Тем временем глава Сочи Анатолий Пахомов пообщался с горожанами, а также ответил на вопросы белорусских журналистов. Краснодарский край во втором форуме принимает самое непосредственное участие. Список товаров, интересных двум государствам, в этом году значительно расширен. Уже подписан ряд важных соглашений и не только в агропромышленном комплексе. Ярмарка идет пятый день, и вы видите, что горожане наши очень любят ее, приходят. И, естественно, вчера мы провели встречу наших сетевиков, наших руководителей оптовых предприятий торговли. Вот, и встреча была с товаропроизводителями Беларуси. Естественно, что договорились о поставках, и я думаю, что такие вот мероприятия они будут способствовать тому, чтобы товарообмен между нашими странами он был более широким, большим, и это будет на пользу нашим горожанам. Проведение подобных форумов в Сочи уже положительно оценила Валентина Матвиенко. Для этого на курорте созданы все условия. Вы знаете, я хожу по Сочи и радуюсь. Конечно. Какая красота! Ведь сумели мы сделать это. Молодцы. Красота. Молодцы. Вот Швейцария отдыхает за границей. Мы в раю теперь. Сочинцы с удовольствием приобретали белорусские товары – трикотаж, полюбившуюся в прошлом колбасу и даже валенки. Общая история России и Белоруссии только способствует развитию экономики и укрепляет дружбу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.